Путь лидера Астана. Показ картины, снятый киностудиями «Казахсфильм» и «Сатайфильм», состоялся в городском доме культуры. В нем повествуется о решении Нурсултана Назарбаева перенести столицу из Алматы в Акмалу, после чего новая столица была переименована в Астану и стала главным городом Казахстана. Приношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики вопрос о переносе столицы. Это не первый фильм о главе государства. До этого уже были сняты «Путь лидера», «Небо моего детства», «Огненная река», «Темиртау» и многие другие. Фильм Ахана Сатаева является их логическим продолжением, где повествуется о роли главы государства в развитии Казахстана и периоде строительства его новой столицы Астаны. У казахов есть выражение: «Если ты не знаешь прошлого, у тебя нет будущего». Знать историю своего народа, своей страны, путь ее становления, долг каждого человека. Люди должны знать, через какие трудности прошли мы, наша республика, какой ценой нам досталась наша независимость и наша столица. Сколько документов перелопатили авторы фильма, сколько труда вложили, чтобы киноэпопея действительно получилась мощной. Идея фильма, равно как и качество, понравилась зрителям. Если до этого я не знала всей истории создания Астаны, то теперь, просмотрев фильм, мне все понятно. Я считаю, информации узнала немало. Вся история, как мы строили нашу столицу, причины, по которой необходимо было это сделать, все есть в фильме. И это интересно. Не только история столицы раскрыта в фильме, и работы актерские притягивают. Мне понравилась новая работа режиссера. Роль Нурсултана Назарбаева исполнил Мурат Акманов. Дублировал голос президента Ирлан Касымжанулы. Жители Тараза отметили, что показ киноленты стал отличным подарком к 27-й годовщине независимости нашей страны. Куляш Умурзакова, Ильнур Мухтаров, 77 News.